Ознакомление дошкольников с правилами безопасного поведения на улице – одно из важнейших направлений работы педагогов и родителей муниципального дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка детского сада номер 10 «Бабочка». Наша цель – уберечь малышей от возможных опасностей, помочь им, показать пример, научить правильно и безопасно вести себя на улице. Для этого в нашем детском саду созданы все условия. Подмигивает нам, будто он озорной кокоду. Но на самом-то деле, имейте в виду, неустанно стоит на посту. Для обучения дошкольников правилам дорожного движения в детском саду «Бабочка» организована предметно-развивающая среда. Созданы уголки безопасности с настольными макетами городских улиц и дорог. Имеются настольные и дидактические игры. Подобран наглядный демонстрационный материал. Изготовлены атрибуты и пособия по теме. Светофор так криво подмигивает нам, будто он озорной кокоду. Но на самом-то деле, имейте в виду, неустанно стоит. Значительное место отводится практическим формам обучения, наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети изучают на практике правила для пешеходов, наблюдают дорожное движение, закрепляют ранее полученные знания. Систематические занятия с участием сотрудников автоинспекции способствуют повышению уровня занятий, умений и навыков у детей в вопросах основ безопасности поведения на улице. На занятиях по изобразительной деятельности дети закрепляют полученные впечатления, взятые из окружающей жизни. Большое место в жизни старших дошкольников занимает игра с мелкими игрушками. Игровые предметы могут в разной степени задавать тематику сюжета по правилам дорожного движения. Знания, полученные на занятиях, закрепляются в играх. Именно во время игры расширяется представление детей об окружающем мире. Формируются и совершенствуются двигательные навыки, точность движений, внимательность и сосредоточенность. Наиболее интересной формой работы в данном направлении является организация игровой деятельности на территории детского сада с использованием дорожной разметки. Досуги и развлечения находят у дошкольников особый эмоциональный отклик, объединяет коллектив взрослых и детишек. Thank you.
Пример матери и отца – основной ресурс в обучении ребенка безопасному поведению на улице. Для родителей оформлена выставка методической и художественной литературы, папки-передвижки по изучению правил дорожного движения. Проводится анкетирование, игры с детьми, совместное изготовление атрибутов. Одной из форм работы с семьей является оформление родителями маршрутных листов «Дом», «Детский сад». Целью выработки привычки у ребенка соблюдать все меры безопасности. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы выпускники нашего детского сада отлично знали правила безопасного поведения на дороге и чувствовали свою ответственность за свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.